Католики отмечают сегодня один из главных христианских праздников – Рождество. Основные события, конечно, в Ватикане. Второй год священная литургия проходит в условиях пандемии. Правда, на этот раз карантинные ограничения немного ослабили. Мессу в соборе Святого Петра посетили 2000 человек, и это в 20 раз больше, чем в прошлом году. Хотя до появления в мире коронавируса в храме собиралось порядка 10 тысяч христиан. Верующие воспевали Рождество Христово в масках, при этом их просили соблюдать дистанцию. Единственный, кто не надел повязку – Папа Римский Франциск. Во время священной литургии понтифик традиционно обратился к прихожанам. Глава католической церкви призвал людей распрощаться с жадностью. Людям необходимо распрощаться с жадностью, которая оставляет их неудовлетворенными. Человек хочет взобраться на пьедестал и жаждет величия, тогда как Господь снизошел в мир в смирении. Истинное величие, когда вы можете довольствоваться малым.